Домчали до Далласа, а Даллас в тумане. Стоит в тумане город Даллас. Что-то с солнышком здесь проблемы. В этом городке. Вчера в Остине прям вообще красота была. Лето. Люди на лодках плавали. А Даллас уже как-никак северный город. Широкая улица, индустриальный парк, то что надо. С какого-то бизнеса, с работы у человека забираем машину. Он работает, короче, говорит, приезжай, я типа там, чтобы не отвлекаться, не уезжать туда. Красава. Как обычно, накосячили. Брокера нас обманули в очередной раз. Говорили, что Форд обычно, а привезли Раптор. И я вот не знаю, сейчас загружу я его или нет. Потому что он слишком большой. Да, ребята, это засада, конечно, засада, когда обманывают. Еду, короче, к траку, попробую его закинуть, если у меня получится. Если нет, то увы. Видите, тут у него всякие auxiliary buttons, он немножко другой, чем обычный Raptor. И едет он вообще по-другому. 6.2 у него движок, самый классный, кстати. Восьмерка. Ну, не знаю. Слишком много денег он стоит. Мне все-таки чем должен. Траком нельзя, вот видите знак, я сюда заехал. Не, я думаю, уже трак мой там, дальше. Попробую кинуть его на хвост, потому что я не хочу выгружать полностью машину. $700 платит за этот, он штуку стоит. Ребят, Форда не забрали, не помещается, слишком большой, они нас дуранули, сказали обычный Форд, мы спрашивали несколько раз, какой обычный, они говорят, все, регуляр, а приехал там Раптор, Раптор шире, выше, колеса больше, и, ну, он как бы, мне надо весь трейлер перегружать сейчас, чтобы хотя бы его закинуть, чего у меня это время делать. Я заберу. Без рестарта я выйду. И что, сколько я проеду? Буду делать рестарт в каких-нибудь дебрях. Ну и последний автомобиль забираем вот с этого здания. Сейчас мне его клиент подвезет сюда. Как обычно, в третьей линии, крайне. Ну, хорошо, что сейчас она тут не бизи. Видите, так пустынно. Вот так, летают пару тачек. Ничего серьезного. Машина у нас идет на Бостон. Honda Accord, наверное, похожая на вот эту, которую я только что забрал. Да и все. Все просто и легко. Никаких рапторов, никаких рейндж-роверов дорогих.
как говорится, оно и к лучшему. Меньше ответственности. А то там платят, бывает, на $100 дороже, да, за машину, но там столько геморроя. Забита вещами машина, тяжелая, негабаритная, бывает, знаете, моменты, которые не предусмотрены. И вот это за эти $100 начинаешь мучиться. А так взял простенький, чуть-чуть подешевле, время сохраняешь. Все. Да и спокойно поехал. Ребята, денечек нас подошел к концу. Хорош работать, пора и отдохнуть. Купимся на Walmart. Надеюсь, ничего не будет нам за это. В последнее время как бы это ставят. Самый богатый дальнобойщик едет на девятке. И снова встреча. Это уже мы с Жекой в Техасе. Ох, мэн, Раптор, ничего себе. Вот это, короче, груз уже. Тоже 7 машин, еще надо 2. О, похоже, Раптор надо на тормоза поставить. Что-то он так шатается сильно. Переднего ремня тоже нет. Ну сколько ремней? 2 ремня? Обалдеть, ну Жека дает. Жека, а ты не боишься, что у тебя 2 ремня на Рапторе? А? Не боишься, что у тебя 2 ремня на Рапторе? У меня 4 ремня на Рапторе. А, вот так, да. Но он у тебя бегает, колыпается полметра туда, полметра сюда. Ручник. А, вот это наушник, да? Ручник идет. А, ну что, да. Ты хотел на этой, да, поехать? Что? Ремни типа? Что ты смотришь? Ты не заметил. Че? А, этаж ниже. Ну вот это круто, да, на этих трейлерах вообще просто. Это же надо, так умно сделали, да? Что можно машину прямо опустить. Да. Короче, такие дела. Ты хотел это, на вот этой колымаге ехать? Угу. Да ладно. Убер, Убер в помощь. Вот такие кабаны возят на семерке и на девятке. Рендж классный, Жека. Я такого сюда привез. Сюда ренджа такого привез. А то... где листу идет? Может, это умеет? Не, я серого привез. Закрыт? Красавчик. Открыт, конечно. Красавчик. Светлый салон, все дела. Camaro, Toyota, точь-точь, как у меня. У меня вон стоит она серая, с кровью наверху. Завтра с Женей выезжаем в сторону дома. Еще заберет он одну машину. Я уже загружен. Выезжаем до хатки. Классные лабиринты. Венза. А сейчас едем в бассейн. В Далласе есть такой бассейн, называется King Spa. Ну там типа бассейн, сауна, то есть все, корейская кухня. Хотим посетить, короче, такое дело. Пока еще светло, но пару часиков туда сгонять.
Вот это вид, конечно, классно вообще. Пришли Жека в баню. Одели нас в шорты, в майку. Сейчас пойдем париться, вон там дальше баня корейская. Там люди чилают, кинотеатр, можешь посидеть на кинотеатре. Сзади нас можно покушать. Сзади вон кухонка. Можно перекусить, что мы сейчас и сделаем. Наконец-таки мы с Жекой добрались до бани. Сразу перед баней заказали себе покушать. Смотрите, тут еще все скоро чит, все так красиво. Гуляем. С Жекой как на свадьбе. Решили заказать пару блюд. Оказалось, смотрите, два стола заняли. Отсюда все убежали, кто здесь спал, короче, от запаха. Я в шоке. Если бы мы знали, что за такие блюда. На фотографии только там пару косточек, да? А когда приносят, целый комплект. О, мэн. С колонного края. Таркисты. Ну, еда классная. Рис с креветками, корейский барбекю, мясо. И вот каждому блюду вот такая штука. Раз, два, три. Оказывается, это блюдо, оно считается как целый комплект. Жека, зачем столько много есть? Ты что она заказывал? Капец. Еще они попарились, еще не пошли, ничего. Тоже наели. Ой, ребята, тяжело. Тяжело. Короче, мы бежим в кислородной комнате. Вот оттуда дует кислород. В общем, не хватает у нас кислорода после такого ужина. Он, Женя, разлегся. Жень, тебе кислорода хватает? Нету живота вообще. Че ел? Да, да, скажи. Четыре разных блюда захомячил. И вообще. И вообще все равно. Отпусти голову, что ты делаешь голову? Да я ж я ж на экран смотрю, ты что? Вот такая вот классная деревянная скедра сделана комната. Ну и короче, здесь тусим пока. А здесь очень классная эрия. Местечко, бассейн. Вот так вот смотрится это дело. Называется водный парк. Джакузи. Вот такие вот здесь. Струя. Вот эти штучки. Подходишь, она массаж делает. И просто плаваешь здесь. Красота. Второй этаж, там массажи делают. Фуд-массаж. Короче, разные. Медицинский массаж. Вот такие вот джакузики. О, хорошо. Хоть бы не упасть. А то что-то первый раз со ступеньки махнул так нормально. Тут две ступеньки. Ох ты, горячая, капец. Короче, комплекс обалденный, ребят. Кто здесь бывает в Далласе? Находится в районе Плано, да? Или Карлтон. Короче, северный Даллас. Если захотите попасть, загуглите King Spa. Стоит вход $30. И можете здесь сутки. Нет. Не сутки, кажется. До 12, да. А, нет, до 2 ночи можно. А потом $10, если доплачиваешь, и можешь быть всю ночь. Можно спать, тут есть как бы, ну, ложись, а в любой комнате кислородной там. Или в теплой какой-то. И отдыхаешь, короче. Спишь прям всю ночь. Короче, отель за $40. Скажем так. И еще, как олигарх Женя, самый богатый дальнобойщик Америки, вот так вот тусить в джакузи. Неплохо, правда? Джакузи раз, джакузи два. Такое как-то где-то в римских банях, знаете. Я такое только в Будапеште видел. Обалденно. Спа, короче. Плюс тут куча разных бань, кислородных комнат, морозильников, где можно классно провести время. А наверху делают массаж. Кроме нас никого тут нет. Да. А я не знаю, может она реально до 9 работает? Уже 9. Такие крутые комнаты. Это как это, есть же турецкая? Да тут просто жесть. Полы кипяток. Встать на полы нельзя, жарко. Что-то какие-то мешки висят. Это. С солью, что ли? Не соль, это. Подарки. Вот такая здесь красота. Смотрите, какие-то древние корабли под стеклом. Рыцари стоят, вообще прикольно.
короче. HMS Victory 1805 года модель. Класс. Так, а здесь у нас находится комната морозилка. Как в любом обычном продуктовом магазине, короче. Женя решил поморозиться чуть-чуть. Женя, что ты морозишься, Женя? Не морозься. Сзади, видите, там снег, деревья. Но лысина потеет. Да. Так, короче, если перепарился, заходишь, чтобы охладиться. Классно. Деревянные полы, стоечки такие. Лежишься, морозишься. Гробница фараона. Вот эта фигня залазит. Открывается ворота, она туда залазит. Короче, плохо видно, не знаю сейчас. Сейчас она вылезла вокруг. Да не она, это ж не финская баня. Вокруг заборчик, короче, вылезли эти камни. Автоматически на вот таких рельсах. Они горячие, да? Ну я думаю, что не горячие, да. Да не, не буду. Чего ты боишься? Не буду. Ну, вообще. Теплые. Да, чуть-чуть. Ну да. Вот и тут жарко, как в бане. Как в бане. Да, да, они в печи нагревают железная эта защита. Короче, плохо, наверное, видно, но я так уже покажу. Какие-то камни здесь. Вот такие блестящие. И от них, наверное, исходит какой-то аромат. Короче, такие дела. Ой. Ну все, добрались мы до своих машин. Нормально, Дима, это баня, короче. Даже ништяк. Хавка такая азиатская. Жека недоволен, говорит, русская лучше. Там веники, все дела. Тут бассейн, массажные бассейны такие. Очень крутые, мне понравилось. Что, завтра с утра с первыми лучами солнца домой. А на сегодня всем good night. Спокойной ночи нам. Доброе утро всем, друзья. Настал денек выезда домой. Мы с Жекой выдвигаемся буквально через часик-два. Прям в сторону дома из Техаса. Класс. Сейчас небольшая перегрузка, вернее, у Жеки. У меня вроде как пока все окей. Я уже перегружусь там. Поменяю местами вдалеходы. Так все. Ну, а пока. Женек что-то переставляет. Снимает Раптора. А, не, он уже его одел. Рейндж Ровера поменял наверх. Раптора сюда. Жека с первыми лучами солнца работает. Что ты, Жек, поменял Рейнджа, да? А это, что, ты будешь заезжать за машины? Посмотришь, как будет, да? Нужно еще одну машину забрать, поэтому пришлось поменять местами. Рейнджик он повыше, его наверх, а легковушечку сюда. И здесь такие как бы более проемы есть, что может ниже опуститься этаж. Вот так. Кипит работа у нас с утречка. Сходим в Walmart. Поедем дальше. Все, карколлеры, самые богатые дальнобойщики, выдвигаются снова в путь. Едем с Жекой в сторону дома, загрузились, перегрузились немножко. Вроде высота у всех нормальная. Помчали в путь дорогу, аж до самого Нью-Йорка мы, наверное, будем вместе ехать, как получится. А потом уже и до Массачусетса. Выдвигаемся помаленьку. Жека пойдет первый, я за ним.
Рычаги открываются на ходу. In 0.2 miles, turn right on Marsh Lane and then turn left in 220 feet. Told with the head. Вы здесь так на фулмарке комфортно припарковались вообще? In 600 feet, отдохнули? Marsh Lane and then turn left in 220 feet. Баню сгоняли. Бассейн. Нормально. В больших городах, конечно, как Даллас, легко проходит рестарт. Как говорится, можно отдыхать. Люди, наверное, в шоке. Те, что на легковушках ездят, такие два трака прямо через весь паркинг-лот, две скалы такие проехали. Интересно ехать, конечно. Сюда, если что-то случится, можно друг другу помочь. Да и вообще, по приколу. Женьки такой здоровый раптор на хвосте висит тяжелый. Но он не шатается, нормально он закрепил его так. Когда приехал только на Walmart, он у него так ездил полметра назад, полметра вперед. Сейчас нормально. Thank you.
Пошел газ давить, а? Жек, а ты что солярку не экономишь? На солярку экономить, в наше время все так дорого. Мочим, мочим, выезжаем уже из Далласа практически за пределами. Потому что у нас раунд-рак, ой, раунд-рак, рок-вау. Под 2.60 солярку нашел в Далласе тоже. Отлично. Ну что надо. Нальем до полного бака и будет уже дело. Такая невзрачная, как обычно, заправка, как у индейцев что-то наподобие. Происходит. Кого-то уже тянут. Ха-ха, не понял, сначала трак такой выезжает. Типа это. Поднято. Давай, бро. Ехай. Неловкая ситуация, собака за рулем этого трака, бульдог, короче, какой-то сидит. Прикольно. Да. Грязище здесь, конечно, просто. Колонка закрыта. Ну что? Закрыта. Ля, что тут у них происходит? Ну, понятно. Это фигня. Да. Заправка. Ладно. Да, ну ладно. Давай. Короче, Жека решил не заправляться. Все тут как-то стрёмно, я, наверное, тоже. Поедем отсюда. Долго ждать. Цена хорошая вроде, но долго ждать и... Это как это, неправильная заправка. О, Битиков везет. Прикольно, прикольно. Что тут, колонка тоже. Все закрыто. Короче, ладно. Заедем на нормальную заправимся. А что тебе не нравится выезд? Нормально. А, нормально. Нормально, да, на самом деле. На самом деле выезд, конечно. Стрёмный. Так, а что ты сюда заехал? Я думал на Flying J поехать, а ты сюда заехал. Когда этот Flying J там? We'll be right back.
итоге нашел нормальную заправочку по 2.60 QT. Заезжаем. Надо залить, потому что на пилоте, там где у меня карточка, да, и скидка даже есть, все равно выходит дороже, чем, например, я заправлю сейчас по 2.60. 10-15 центов скидка уже сохраняешь на полных баках. Долларов 40-50. А долларов 40-50, ребята, вы сами знаете, что это немалые деньги, за которые можно еще заправиться, покушать, гостиницу снять. Так что экономия должна быть экономной. Сейчас заливаем. Тут уже она цивильная, нормальная заправочка, чуть-чуть дальше. Жека пролетел дальше. Он будет заправляться. Он на специальных заправках заправляется, короче, на пилотах. А я могу, так как я онер, заправляться, где я хочу, в принципе. Это все. Что мы сейчас и сделаем. Так. Главное выбрать правильную колонку, где можно выехать сразу. Например, здесь, я думаю, что проблем не будет. Все, заливаем полные бочки. Пока заправляемся, быстрый обходик. Проверяем на безопасность наши машинки. Видите, в этот раз у меня был лишний флажок, и я вот так багажничек сюда машине раз, уже сдалека видно, никто не въедет. Это же у меня было как-то раз, когда я только купил трейлер, что у меня заехал Hyundai. Правда, машина у меня здесь стояла Ford Crown Victoria или Mercury Marauder, что-то такое. И меня как влетел на всей скорости в Арканзасе. Короче, задок практически у машины у этой был целый, у Форда, ну, бампер типа чуть-чуть поцарапался. Вот, а передок у Hyundai просто аж до салона замял сильно себя чувак. На телефоне засмотрелся и въехал. Вот, поэтому иногда вешать надо флажки для таких людей, чтобы они издалека уже видели, что едет трак. Препятствие. Так, солярка у нас здесь по 2.59,9, ну, грубо говоря, 2.60. Заправляем полные баки, сейчас посмотрим, сколько галлонов. Я вам скажу, сколько я сохранил денег, заправляясь на вот такой вот заправке. И тут хорошая солярка, качественная солярка. Как бы ничем не хуже, чем дорогая. Единственное, здесь поинтов на этой заправке вроде бы я не наблюдал. Знаете, как бы душ взять, тут нету такого душа, там все такое. Это не мега такой торговый центр / заправка, а просто вот по хорошей цене солярка. Ну, тут внутри еда, ресторанчики есть такие, сэндвичи минимально. Вот, и плюс же заправляюсь на кредитку здесь я. А кредитку недавно взял, временная скидка на них, что-то на полгода они дают 5%. Не скидка, а кэшбэк. Вот вы заправляетесь, например, на $100. 5% из $100 вам возвращают. Очень такая тема классная. Это именно от моего банка, от Citizens Bank, такая кредиточка. Предложили, я взял, думаю, знаете, заправка часто на траке, особенно трак заправляешь, такие суммы крупные. Там на 40 тысяч, 50 тысяч долларов в год можно только солярки залить. Представьте, 5%. Даже за полгода от этой суммы. Неплохо, да? Поэтому такие вот дилы надо пользоваться постоянно. Если они есть. Не только скидочка на солярку на таких заправках, но еще кэшбэк. Шикарно. В общем, сейчас глянем, сколько у нас сейвингов. Так, пистолета выстрелили. Вытаскиваем. Так, посмотрим. Значит, залил я на сумму $418.33, 161 галлон, грубо говоря. Сейчас посчитаем, что она нам
сохранила. Что мы сохранили? Так, сейчас достанем все это дело. Оп. Итак, в общем, друзья, где-то у нас получилось $48 сэкономить на заправочке. Все не есть мало. Движемся дальше, догоняем Женька. Получается, как я посчитал, 160 галлонов я заправил. Умножил на 0,30, это разница у меня какая была в солярке за 1 галлон. 30 копеек. И получилось 48. Вот так вот. На ровном месте можно сэкономить. В Штатах. Да, тут интересно, конечно, что разница между Штатами и солярка. В одном штате может быть, ну, гораздо дешевле, чем в другом. На самом деле, как будто разные страны. Насколько я знаю, там в России, в Украине все примерно одинаково. По всей территории России и Украины. А тут нет. Закончился логбук, мы хотим часик, полчасика поужинать, поедем дальше. На Петрушке нормальный ресторанчик, как раз там по стейку заварили. Ладно, не Макдональдс, это смерть. Бесплатный паркинг стал, ребята. Раньше стоило $16 здесь запарковаться. Сделали бесплатно, обалдеть, класс. Но зато понастроили много резервейшенов. Много платных, типа, да. Когда нету вообще паркинга, есть штук 50 платных. По-любому можно запарковаться, кому надо. Но пока паркинг есть, сейчас ставим. Там Жека интересно. Ты что здесь стал? Вообще как-то не в тему. Жак. Че стал здесь? Ты же не на паркинге. Ты же не на паркинге. Ты же не на паркинге. Не на паркинге, что нарушаешь? Зацепят. Зацепят тебя.
Хулиан. Все, давай, пока не приехал. Сейчас. Короче, с парковкой Жека стал вообще на обочине. Там 20 свободных лиц. А и тут куча везде. Задом просто неохота зайти. Тама, ребята. Let's go. О, красавчик. Кенвард 70-х годов. Обалдеть. Вот это раритет. Раритетная машинка. Вот в Мемфисе классные траки будут стоять. Такие старенькие, южные, нержавые. Я ненадолго, поэтому нормально. Let's go, господа, на брейк. Запарковались. Движем. Петро громадный тракстар, конечно, вообще просто. Траков немедленно заезжает. Хорошо, что они его сделали бесплатно. Это прям радует. О, ребята, кто, короче, кто как паркуется. Посредине места всем хватает. Идем, зайдем в ресторанчик, что-нибудь перекусим, отдохнем. И будем дальше работать. Ой, обалденный груз, смотрите. Тяжелый трактор. Везет мужичок. Им уже после захода солнца вроде как тоже работать нельзя. Оверсайзом должны становиться на ночлег.